В Якутии педагоги поборются за звание лучшего преподавателя. В столице проходит финал республиканского конкурса педагогов профессиональных образовательных организаций республики. В течение 2 дней участники прошли конкурсные испытания «Открытый урок». Подробнее об этом далее. В Индустриальном педагогическом колледже проходит финал республиканского конкурса «Преподаватель года 2017». По итогам 2 туров определится пятерка лучших. Научный этап из 45 преподавателей были отобраны 15 финалистов. По итогам занятий по преподавательской дисциплине «Образовательный проект» самые высокие баллы набрали молодые специалисты горно-геологического техникума поселка Хандыга Максим Корякин и Денис Захаров. Примечательно, что в этом техникуме многие мастера вышли из производства и имеют богатый практический опыт. Я провел квест-игру, которая помогла мне достичь такого высокого результата. И которым за 30 минут я научил 15 студентов измерять геодезическим прибором. В ходе защиты образовательных проектов участники показали свое видение существующих проблем и пути их решения, умение продуктивно работать в команде. Эксперты отметили, что в последние годы молодые специалисты охотно идут в педагогику. В своей работе они активно используют инновационные технологии, современные гаджеты, чтобы повысить интерес студентов к учебе. Среди преподавателей вот, профессиональных образовательных учреждений чувствуется какая-то свобода, раскрепощенность преподавателей. Видимо, из-за того, что все-таки здесь как-то не так много, во-первых, камерное, это как-то система все-таки не более 45 учреждений, а школ, например, 650. Итоговым испытанием станет этап «Разговор с министром». Завершится конкурс 8 декабря. Мария Винокурова, Александр Шадрин, НВК Саха, Якутск.